Решил. Я, конечно, понять не могу. Чего? Чего? Ну, я сижу, он заходит и задает мне вопрос. Слав, вот кто заходит и куда заходит? Сегодня. Так. Я сижу в самолете, в кресле. Ну. Заходит этот Вова, Женя. А, я видел, я понял. Заходит и говорит: о, привет. Че, в Амстердам летишь? Ну. Что ну? Ну, просто и что? Что и что? Саш, что и... Хорошо. Давай подробно разберем этот эпизод. Я возьму телефон. Да. Я думаю, какие-то проблемы. Да нет, нормально, сейчас все решит. Так вот, значит, если я сижу в самолете, который летит прямым рейсом в Амстердам, и заходит в него он, в этот же самолет, чтобы лететь в Амстердам, то куда могу лететь на нем я, если не в Амстердам, а? Саш, что ну? Никаких ну. Не, ну допустим, он сам летит на Мальдивы, а в самолет, летящий в Амстердам, он прокрался специально. Причем с женой, с детьми, с ручной кладью и... Чтобы выяснить, а не в Амстердам ли я лечу? Допустим, это так. Тогда вопрос. Зачем он вместе со мной полетел в Амстердам, а? А я тебе скажу. Он бы там, на Мальдивах, у себя не смог спокойно отдыхать. Его бы сверлила мысль. Ха. А вдруг ты только сказал, что летишь в Амстердам, а сам исхитрился и полетел, к примеру, ну, не в Амстердам. И тогда он решил долететь с тобой до Амстердама и убедиться, что действительно летишь в Амстердам самолетом, летящим прямым рейсом в Амстердам, а уже оттуда с легким сердцем полетел бы себе на Мальдивы. Да-да-да, сейчас как раз и перезвоню. Подожди. Саш, нет. Ты только просто лишний раз подтвердил, что понять это невозможно. Не, ребят, ну все ж понятно. Что понятно? Вот этим своим. Что, в Амстердам летишь? Он как бы хочет тебе сказать, что мы не очень хорошо знакомы, но и не настолько плохо, чтобы сказать друг другу просто «здрасте, здрасте». Поэтому нужно о чем-то поговорить. Но поговорить вам не о чем. Значит, я сейчас задам тебе какой-нибудь идиотский вопрос, ты на него как-нибудь ответишь, и все. После этого можно будет разойтись. То есть ты хочешь сказать, что это я мудак, да? Слав, ну... Про себя ты ведь не понимаешь? Мудак. Почему мудак? Я все решаю. Ну не надо мудак то сразу. Решай. Слушай, ребят, по-моему, мы в отель не попадаем. Ну, нормально все. А меня раздражает, когда у меня телефон звонит, и я вижу, кто мне звонит, я беру трубку и говорю: «Привет, Дим». А он мне: «Здравствуй, Саш». Я понял. Это Дима. Да, я говорю: «Опять, привет, Дима». Вот что это? Саш, и опять все понятно. Ну. Смотри, человек себе просто придумал, что он тебе звонит, ты берешь трубку и говоришь: «Алло». Он говорит: «Привет, Саш, это Дима». Ты говоришь: «Здравствуй, Дима». Понимаешь? А ты ему всю схему сломал. Ну я же вижу, кто мне звонит. Ну правильно, ты же видишь, кто тебе звонит. Что тебе сложно сказать просто «Алло»? То есть получается, что я тоже... Получается, ну что делать? А вот меня ничего не раздражает. Даже то, что, по-моему, наш Лёшка облажался с отелем. И нам негде жить.